Всем привет, это Марина, и сегодня я хотела бы вам показать, что нового появилось из средств для волос. Это будут два средства от Desange и одно средство от Pantene Pro-V. И будет мой новый утюжок от Gamma. Значит, первые средства, это два средства от Desange. Это шампунь, антифриз, разглаживающий для сухого и непослушного типа волос. Значит, здесь вообще на украинском аннотации написано, попробую сейчас все перевести. Значит, шампунь разглаживающий, который прошел тестирование в центре косметических исследований Жак Десанж, который используется каждый день в салонах Жак Десанж и делает волосы более послушными и гладкими. Формула обогащена питательными микромаслами, которые активизируются во время укладки феном и под действием теплого воздуха. Так, что здесь еще? Ваши волосы становятся более гладкими и послушными, а укладка дома не отличается от укладки в салоне Жак Десанж. Вот. Такой шампунь. У него здесь 250 миллилитров, достаточно такой стандартный. Понравился мне его запах. Я его сразу же решила приобрести вместе с кондиционером, потому что действие для разглаживания волос лучше усилить какими-то дополнительными еще средствами, потому что одного шампуня мне обычно недостаточно. У меня волосы вьются, и обычно я беру средства в паре, либо шампунь и кондиционер, либо могу взять три средства, да, еще маску или какую-то сыворотку добавить. Ну вот я решила взять шампунь и кондиционер. То есть это эта же серия, тоже антифриз. Значит, что у нас здесь он делает? Это бальзам-ополаскиватель. Тоже он прошел, ну, естественно, в центре косметических исследований Жак Десанж тестирование. Так, что здесь? Тоже микромасла активизируются во время укладки феном и под действием теплого воздуха. Также это средство питает волосы. Ну и, собственно говоря, они становятся более гладкими. В принципе, я могу сказать, я уже пользовалась этими средствами несколько раз, могу сказать, что средства неплохие, на мой взгляд, то есть они действительно разглаживают волосы, но если у вас волосы не сильно вьются, эти средства хорошо будут разглаживать, то есть без вытягивания утюжком, без вытягивания на фен и расческу. То есть просто чтобы волосы меньше пушились во влажную погоду, вот эти средства подойдут. Мне этого немножко недостаточно, поэтому я еще пользуюсь время от времени утюжком или вытягиваю на расческу с помощью фена. Очень понравился запах. Запах просто вообще великолепный. У меня раньше не было никаких средств Жак Десанж. И мне кажется, что я буду пользоваться с удовольствием этими двумя средствами, что я их не зря купила. В принципе, мне нравится. Также я еще купила шампунь от Pantene. Pantene Pro-V, густые, крепкие, ухаживающие шампунь 2 в 1. Укрепление для тонких и ломких волос. Ну, не знаю, достаточно обычный шампунь. То есть провитаминная формула придает блеск ослабленным волосам, силу. Почему я его купила? Когда-то я приобретала средства в спрее, тоже это было средство серии «Густые и крепкие». И мне это средство понравилось, то есть я им даже пользовалась как вместо лака для волос, то есть это была как жидкость какая-то для фиксации моей прически летом, то есть такая какая-то щадящая фиксация была, и волосы как будто сверху обволакивались какой-то защитой. Ну, то есть сама каждая волосинка
становилась гораздо толще и плотнее. То есть и за счет этого волосы выглядели более объемными. Ну и вот я купила, собственно, еще такой шампунь. Ну, не знаю, посмотрим. Вот, и следующее приобретение – это плойка. То есть не плойка, а утюжок, извините. Утюжок от фирмы Гамма. Это профессиональная серия. Керамик Nano Tourmaline Technology CP3 Electronic. Вот это непосредственно модель называется. Я давно хотела этот утюжок. Ко мне приезжала сестра из России, я у нее попробовала. Мне очень понравилось. Он имеет керамические пластины. Вот здесь вот специально такие прорезиненные полоски, чтобы руки не скользили во время того, как вы работаете с утюжком. А здесь вот есть регулятор. Вот так вот видно. Регулятор температуры. Значит, температура до 220 градусов регулируется. Шнур крутящийся, как во всех профессиональных сериях. Кстати, очень-очень-очень длинный шнур. Можно увидеть. Также вот есть здесь еще такие специальные насадочки. Просто сверху вот так вот. Сейчас, секунду. Вот так вот надевается. И вторая точно так же, для того, чтобы можно было зажать руками и держать так вот утюжок в сомкнутом состоянии и не обжечь пальцем. Вот. Очень мне нравится это приобретение. Я давно хотела его. Ну, собственно, благодаря этим продуктам мои волосы выглядят гораздо более гладкими, красивыми. Мне очень нравится, что утюжок щадящий, что он не очень портит волосы, потому что до этого у меня был с металлическими пластинами утюжок. Вот. Ну и, собственно, вот эти вот три средства тоже оказались для меня весьма приятной покупкой. Вот такие были у меня покупки для волос недавние. Спасибо большое за внимание. Всем пока!